селе Абалак Тобольского района ЧП накануне из-за сильных порывов ветра произошел обрыв на линии электропередачи. В результате половина деревни осталась без электричества. Последствия оказались страшнее. С просьбой о помощи к нам обратился местный житель. На улице минус 30, все замерзло очень быстро, все начало лопаться. Батарея же алюминиевая, все ломается, лопается быстро. В ночь начали искать, кому где переночевать, идти куда, что куда бежать. Вот люди так вот. Ночь прошла, вот сейчас они борются с последствиями. В первую очередь гражданам надо будет обратиться в соцсети, написать заявление. Во-вторых, им надо будет подойти в администрацию поселения, написать тоже заявление для того, чтобы комиссия выехала, составила акт, в котором будет отображен цена ущерба. И повторно обратиться с этим актом в соцсети для того, чтобы решить вопрос об оплате.